Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях сделать очень эффективное омолаживающее антивозрастное масло. Масло, состоящее из аптечных средств. Вам понадобится всего лишь одна капсула коэнзима. Q10 витамин борется со свободными радикалами. Это отличный антиоксидант. Хорошо убирает морщины. Также подходит для ухода за кожей шеи, за кожей зоны декольте. Если вы нанесете это уникальное масло на кожу вокруг глаз, то разгладятся даже самые глубокие морщины и уйдут гусиные лапки. Сегодняшнее масло подходит для всех типов кожи. Обязательно посмотрите до конца, как с помощью обычного аптечного средства сделать уникальнейший продукт для омоложения возрастной кожи. И давайте приступим. Сегодня я вам покажу, как в домашних условиях сделать очень интенсивное масло для омоложения возрастного лица. Нам понадобится всего лишь одно аптечное средство. Это витамин Q10. Коэнзимы всем известные, на слуху. Не поленитесь пойти в аптеку и приобрести это классное средство, которое можно принимать вовнутрь, так как это средство укрепляет сосуды, борется со свободными радикалами, способствует обновлению клеток. Q10 – это обихинол, и это активный антиоксидант. Нам понадобится всего лишь одна капсула для приготовления сегодняшнего уникального средства. Возьмите капсулу, проткните. Витамин Q10 очень приятного, красивого, яркого оттенка. Обязательно соблюдайте порядок приготовления этого уникального средства. Следующий компонент нам понадобится – оливковое масло. Оливковое масло обладает огромным количеством витаминов группы В, хорошо взаимодействует с коэнзимами. И для приготовления этого уникального средства нам понадобится 1 чайная ложка оливкового масла. Обязательно соблюдайте порядок приготовления этого средства. Если вы сначала нальете масло оливковое, а потом туда отожмете именно витамин Q10, то процесс приготовления будет гораздо затруднительным. Поэтому делайте так, как я, и масочка у вас получится очень классной. Затем постепенно начинайте взбивать эти два компонента. Оливковое масло и коэнзим хорошо взаимодействуют между собой. Так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. Так, чтобы они стали одним целым. Следующий компонент нам понадобится – глицерин. Глицерин хорошо увлажняет кожу, способствует удерживанию влаги в эпидермисе и дополнительно будет увлажнять кожу. Нам нужно взять 3 капли глицерина. Глицерин – это маслянистая, бесцветная, прозрачная жидкость со слегка сладковатым вкусом. И глицерин очень хорошо взаимодействует со всеми масляными компонентами, дает очень хорошую консистенцию. Следующий компонент нам понадобится витамин А. Витамин А дает очень хороший освежающий кожу эффект, дает красивый оттенок кожи лица, дополнительно дает очень хороший освежающий эффект. Также нужно взять 3 капли витамина А. Витамин А также очень хорошо взаимодействует с предыдущими компонентами. Также очень хорошо, тщательно все перемешайте.
Для удобства использования этого средства возьмите емкость с герметично закрывающейся крышкой. Можно использовать для хранения баночку от уже закончившегося крема. Также можно использовать и баночки уже вот купленные просто отдельно. Я покупала вот эти баночки на Алиэкспрессе, стоят недорого. Возможно, в фикс-прайсах тоже они бывают. Обратите на это внимание. Они очень удобны для хранения домашних средств. Не используйте для хранения домашних масок, масел, металлические емкости, так как может пойти процесс окисления, а это нам совсем не нужно. Затем аккуратно перелейте в емкость, где вы будете хранить это уникальное масло. Оно очень приятного, такого оранжевого оттенка. Причем не бойтесь, что ваша кожа окрасится именно в этот оттенок. Масло очень быстро впитается и не останется на коже абсолютно никакого следа. Хранить это средство можно неопределенное количество времени. Ту порцию, которую, я надеюсь, вы вместе со мной сегодня приготовили, достаточно примерно для месячного применения. Масло очень экономично в своем использовании. Масло очень быстро впитывается, как я уже сказала, и дает очень хороший эффект питания, увлажнения кожи. Не дает желтого оттенка. Не бойтесь использовать его на кожу лица. Хранить это масло можно при комнатной температуре. Для достижения наилучшего эффекта это средство можно использовать как заменитель ночного крема. Примерно за 40 минут до сна нанесите это средство после умывания либо глубокого очищения кожи. Нанесите на шею, на кожу зоны декольте, на кожу вокруг глаз. И непосредственно перед сном промокните бумажным полотенцем, либо махровым полотенцем, смоченной водой комнатной температуры. Если у вас сухой тип кожи, то промакивайте бумажным полотенцем. Если у вас жирный тип кожи, то лучше всего протереть кожу полотенцем махровым, смоченным водой комнатной температуры по кожным массажным линиям. После применения этого средства кожа не нуждается в нанесении дополнительного крема. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! А с вами была Оксана, увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего, пока-пока!